Ну да, есть такое похоже, действительно. Да, это что это такое? Normal game или jump game? А что выбирать? 98-й год, охренеть. New game, паспорты есть, типа. Блять, а это уровни, что ли, или что это? А, получается уровни, да? Это платформер? Охренеть. Да я сам в шоке. Интересно. А как его убить? Оу! Нихера себе, а это что такое было? Это я такую прокачку взял? Я даже просто и не понял, что такое возможно. И так быстро. Блять, да вы чё? Мамочка!
Блин, у меня кнопки перепутаны. Непривычно ни хрена. Какой-то. Мы такую хрень играем, а? Тут реально, как будто игр больше на этой планете Земля нету. Ого, шипы. Да блин. Да, дурак. Блин, неудобно. Это... Управление у меня почему-то поменено. Я не могу его перестроить так легко. А самому перепривыкать, это такое сейчас дело. Да ёб твою мать. Стой, блин. Да иди ты, блядь. И все-таки он сдох. Но это как утешительный приз получается.
Ой, блин. Блин, я не успел среагировать. Да, чую, мы тут надолго. Такой резкий прыжок его, ну вот он в прыжке сложно среагировать, конечно. Ну, то есть четко поставить, куда тебе надо. Thank you.
Как это? Alien 3, блин. Экран скроллится только уже под конец. Блять, зажали, блин, зараза. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Да ёб... Ну это да, это уже какая-то радость. Блять, да ну нахрен, ты чё? Да он убил, а толку хер. Это было опасно. Эй, ты чё там? Ну и сколько мы проходили этот уровень, интересно. Классно, типа вода, да, а физика та же, то есть нахрена вода. Пятнадцать минут я проходил, да ну нафиг, больше мне кажется. Ой. Эй, алё, встань. Естественно, эта хрень сдохла.
Видите, блин. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. По этой рыбке можно, блядь, попасть. Эх, ладно. Да, ё-моё. Так. Какое-то время остановилось. Вот такие моментики, это просто жесть. Зараза, ты как выжил-то, а? То есть ты не видишь этого врага, то есть, а он там, сейчас тебе прям на его идешь. И среагировать, разумеется, на это не можешь. Да ёп... Блядь! Ребятки, не повторяйте этого дома. То слово. Да ё. Не понял. Чё так херово стал прыгать? Летать? А как летать? А, вот так вот. Я лечу! Я лечу! Ёб твою мать, я сам себя прохуячил только что. Да. Да, дальше. Ну я там лакусики не забываем, может кто их не поставил, поставьте, пожалуйста. А, тут тебе все, да?
Ну и ладно. А чё только за улыбку дают бабки-то? Отсюда, да? Фух. Да, блин, да ёб... Ой, ёб твою мать. Да. Ёб, блин, дурачок, а?
Как так-то уж получилось сдохнуть только что? Борзею. Ты ж заебал. Блин. Опять сам себя дожал. Теперь уже придется страдать. Ёб твою мать. Насранец. Да ёб... Нет.
там поселился, что ли? Блять, да ёб твою ж мать! Ой, сука, затроллил, ты козёл, блин, а... Прям бесит, а, он прям вообще стал погано действовать. Ёп. Это же ебало. Да ты, твою мать, да чё за херня-то, а? Сука, заебал, блин, как говно босс. Два или три раза на этой последней тычке. Ну это уж совсем капец какой-то. Подорваться на ней. Тут и так все туго работает. Да иди ты, блядь! Бесит, конечно, этот корабль.
Прям реально психологическая травма на крабов. Особенно в Бомбермене. Да, бляха, муха. Надоел-то как, а? Туда поставил-то. Ой, блин. Ну, хотел взрывать-то надо. А вот это там. Да блин, хорошо эту кнопку-то нажимать постоянно. А мне не сюда, да? А, ты еще не взорвалась. Да блин, где там выход-то? Да ёп. А, нет, выход вот здесь вот все-таки. Есть.
Как-то завалили. Да ёп! Куда ещё тут? Разумеется, я сделал это вовремя. Какого хера? Как ты выжил? Как у тебя это удалось? Слишком сложный. Да блин. Сейчас дойдем, узнаем, что там у тебя за босяра такой хитрый. Эти хреновины немножко подтролливают, конечно. Ай.
Так, а где там вот это было? Ну, типа, сейчас и бося, я так понимаю, будет. Блин, у их у всех что это ёбаная атака. Да ладно, вот тебе, вот было несложно. Ну так... Ну просто сдох. Мать твою, вот это я сейчас... Понятно, да. А у меня был... Я им... И воспользовался. Я вот такая вот задница. Еще не все, что ли? А где кого не убил-то? Гнида. Ты куда там упал-то? Поберем. Да, поставьте, ребят, лайк, кто не поставил. Блять, это сейчас было так опасно. Ау!
Все, халява закончилась. Я-то думал лайк поставить, а ты с собакой тут даёшь. Опиди. Ой. То есть ты так на так долго гулять с собакой собрался? А, ты... Ну это как бы на основной сюжет-то, я так понимаю, не влияет же. Да ты чё? Я так зажался по-мудацки. Всё, халява закончилась. Недолго музыка играла. Так тут у меня еще два уровня же, ё-моё, тут еще играть и играть. Вроде как. Ребятки, подписываемся на Телеграм. Будем общаться вне стримов. Да. Да, блядь, зачем второй-то раз прыгнул? Чудик, блин.
Да ты, эй, алло. О, берем. Эй, алло, дай сюда динонатор, твою мать. Ну, хрень, появись. Сука. Это прямо троллинг. Да ты чё? Всё, дай сюда. Что тут мне мозги компенсируют? Да, и такое даже есть на этой планете Земля. Алоха, алоха. А ты не знал, да? А вот он есть, блядь. Ага. Михаил умудрился найти самое непонятное Г среди всех на... Блядь, ну это вообще было сейчас обидно. Ну, хрень. Хрень, появись. Да, блядь, я прикормил. Да и твою мать! О, бля! Ну, это... Да ебать, это заебало, а? Ставить так погано. Я туплю, я вообще вот так вот могу сделать, а? Мозг себе уношу только. Я тут придумываю. Тут есть полет. Да, да, они тут без рандома, это да. Блин, еле турник прошел, блин. Что он как тройский оказался. Тут очень хреново, сложно что-то на среагировать на что-то. Вот это собрался.
То есть, если вот какая-нибудь херня там вылезет, я просто не успею среагировать. А он только на один уровень дается. Гады! Верните мне деньги. Так, ты чё? Так, босяра типа. Сейчас босяра нас ждет. Блять, у них у всех это ёбаная атака. Воу! Сушка. Я думал, тут я уже паттерн какой-то нашел. Да ёп! Да блин! Да... Это да. Вау. Вау. То, чего не хватало в PC Engine версии. Зло. Это переводится просто как зло. Поджахался. А, это еще херня не убивается. Вау, вау, вау. Тут весело будет.
И как это туда? Блядь. Вот дерьмо, вот это дерьмо. Что-то тут будет жестко. Блять, я не знаю, как эту херню убить, я нормально. Да, это точно, это зло. Короче, как-то вот так вот надо сделать тогда. Отсасывает ее, блядь. Сука, а. Умри уже. Да ты чё, кто ещё выжил? Подберём. А этих птичек не уничтожит, самое-то хреново. Да ты отвали, а. Или что мне надо? Вот эту хрень отбить, что ли? Блядь, что-то сделать-то надо. Ни хера не понимаю. А, ну, кстати, как вариант. Ну, давай попробуем. Твою мать. Ну да, убиваются, слушай. Да уйди ты нахер. Тетка в лунку. А, слушай, что-то я как-то не подумал об этом. Что-то мозг не сообразил.
какой жесткий металл, блядь. Да ну нахуй, тут бас подрываешься. Надо сбоку, значит, заходить. Восьмибитный жесткий металл. Не помню, не играл. Оу! Гнида. Ну вот ты прикинь, вот это возьми, вот отруби и вот поставь сюда обычный гитарный перегруз. Такой жесткий в низком строе там какого-нибудь. Зловещий метал был, блять, получается. Ой, блядь. Сейчас бы жопка-то поджарился бы.
Прошел, блин. Совсем херня осталась. Это, конечно, хорошо. Но лучше бы детонатор был бы. Пока детонатором не завезли. Да ё-моё. Ну, я выпрыгиваю. Ау. Ау. Что-то я там не хочу прыгать, а там сдохну. Блин. Не весело. Ай. Да ну нахер, чё я сдохну. Ну, то есть только вот так вот. И тут должно быть крылья. Нет, хуй-то. Какой-то лабиринт, мать его. И время-то поджимает уже. Надо это пошустрее бы. Потише-то нельзя было прыгнуть, что ли? Стой! Отстой!
Блять, я долго медлил. Да ты как это так-то? Сейчас не сдохнешь. Да блять, тут очково так. А чё меня убило? Меня задело кончиком, твою мать. А я не понял, что там, что взорвалось-то? Я что-то вообще не понял. Я понял, что меня ёбнуло, а чё ёбнуло, я даже не знаю. Всё-таки зацепило меня там, да? Я там встал так неаккуратно, да, получается? Так, а я себя в другой. Ой, блядь! Это было не очень прикольно. Это вообще как я умудрился так сделать? Блин, уже второй конт на этом уровне сливаю. Thank you.
даем. Сука. Блять, да нет. Да блин, да я не, ну не видно же ее ж нихера. Да заебись поставил. То есть нахуя? А, чтоб типа того, чтоб увидеть-то. Тогда это еще не придумали. Они такие, ебитесь, ребята, так, пытайтесь на реакцию, которую у вас, разумеется, нету. Да блять! Мудак, ну что делаю, а ну ты... Ой, фак. Это было очень отстойно сейчас. Пытаешь скайп побыстрее будет херню убить, а сдать дохнешь сам, блин. Да блин, ну... Да ты ж, сука. Да, собралась, сучка. Детонатор. Блять, ну ты чё? Ну пизда. Ой. А что-то уже надоедать начинает, конечно, игра. Уже просто как-то побыстрее хочется, блин. Кстати, только хуже делаешь. Ой, да ёб твою. Да это капец конт, блин, а не жизда. Тут сразу все вообще кабзда всему.
Да, это... Они тоже часто, они самых бесячих. Да и собралась. Так вот, ёптать. Это все, делов-то надо было сделать. Да пасть, пасть. Ты вернулся. А мы уж тебя не ждали. Как обычно, у нас ничего не меняется. Денищенские стримы. Да я тут прям застрял на предыдущем уровне. Ну, видать, игра была более-менее адекватная. А потом игра стала хуйней. Да ты чё? Да ты чё? Да. Да ёп, да хватит не ту кнопку-то нажимать. Бля. А, тут он прям посередине.
Это что-то сразу не заметил, где тут дверца-то. Ну, типа босяра. Что с тобой тут двое? Восемь, нихера там. Ой, блядь. Давайте без шуток, а. Ты чё? Блядь. Если бы сдох был, было вообще боль бы. Потому что детонатора бы не было бы, просто вообще... Просто вообще бы плювался бы. Под вопросом. Ну, офигеть.